Я сегодня пришла вот на этот берег реки, но не для того, чтобы гулять с Пушинкой, а для того, чтобы заняться рукоделием. Вот. Эту лампу «Летучая мышь» я купила еще год назад в антикварной лавке. Как-то руки не доходили что-то с ней сделать. И вот, наконец, я решилась. Но поскольку работа грязная, пришлось прийти на берег реки. После того, как я ее промыла хорошенько, вот начала ее шкурить, тщательно прошлась по всем частям. Ну, а после этого необходимо убрать всю пыль, обезжирить снова лампу, что, в общем-то, я и сделала. Это можно сделать вообще любым спиртовым раствором. Для того, чтобы убрать запах керосина изнутри лампы, я налила туда лактсапон. Вот сейчас мы его видим. Вылила его, он там высох, и, в общем-то, запаха больше никакого не было. После этого я покрыла лампу черным грунтом и уже на черный грунт нанесла краску «Старая бронза». Так, лампу я продолжаю декорировать вот этим кружевом. Это кружево было белое, а я его покрасила тоже в такой же цвет, как и лампа. Это будет имитация, ну, может быть, тоже металла такого, который будет потом патинироваться. Вот здесь внизу я его уже приклеила. Вот эти веревочки нужны для того, чтобы поплотнее прикрепить кружево к поверхности. Вот. Вот таким образом. Потому что здесь поверхность неровная. И вот чтобы его кружево это не отлепилось, вот я его прилепила. Предварительно я его пропитала смесью лака и ПВА. И вот с этой смесью приклеила сюда. Это нужно для того, чтобы, ну, во-первых, приклеилась, а во-вторых, чтобы получить жесткий эффект. Потому что у меня же вот эти верхушечки, они торчать будут. Вот. Вот они торчат как. Вот, чтобы они тоже имитировали, ну, такое железное кружево. Когда это высохнет, это будет вот такого цвета. Сейчас буду приклеивать сюда кружево. Ну, затем я это верхнее кружево приклеила, обработала точно так же, как нижнее кружево. Вот как выглядит. Ну, а потом покрыла яхтным лаком. Ну, а после высыхания специальной патины. Ну, вот готовая лампа. Выглядит она вот таким образом. Видим, здесь вот патины покрыты, эти места. Вот здесь даже белесость есть. Это специально я там придала при помощи воска. Там внутри тоже патина, здесь. Новая она, блестящая, мне не очень понравилась. Вот решила ее немного состарить. А для того, чтобы подчеркнуть рельеф, это тоже воск бронзовый был нанесен поверх. Потому что после патины все черное было. Здесь я это все вытирала, потом новым воском натирала, уже белым. Здесь тоже... Вот как выглядит поближе. Здесь тоже эта патина была. И вот таким образом все состарено было. Ну, вот здесь видно, что старые беспокрашенные элементы остались. Почему? Потому что, когда я сняла вот эту лампу, вот эта штучка, она опустилась, и вот этого видно не было. Поэтому, в принципе, можно здесь тоже красочкой аккуратненько пройтись. Тоже будет такого же цвета. Это уж я, наверное, посмотрю, потом сделаю.